Для занятия спортом и здоровым образом жизни в совхозе имени Ленина есть все условия. Чтобы спортом могли заниматься целыми семьями, ЗАО «Совхоз имени Ленина» создало дочернее предприятие и возложило на него социальные вопросы. 26 февраля 2022 года при поддержке оператора фитнеса «Люби фитнес» культурный центр и профсоюзная организация ЗАО организовали спортивные состязания «Папа, мама, я. Конькобежная семья», которые прошли на совхозном катке. В 11 часов на построение вышли 4 семьи. Они разыграли ценные призы. Забегая вперед, скажу, что награды достались всем, и все остались очень довольны. Вот как это было. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, какие у вас сегодня цели? Цель победить и надежды победить. Так. А какой секрет есть, чтобы победить? Не знаю. Не знаю, папа кто? Кричалка. Наша кричалка. Наши команды еще раз приветствуются. Все крики «Браво!» приветствуются. Команда наша. Если получится, приветствуются. Можно посвистеть, можно будет потопать ногами. Любой стадион нам должен будет просто обзавидоваться в этот момент. Итак, дамы и господа, ну что, мы готовы перейти к началу наших сегодняшних соревнований. Естественно, начнем мы их с представления. Дамы и господа, приветствуем команду «Динамит». Рыбалка Вадим, упорство. Рыбалка Алина и рыбалка Матвей в этой команде. И победа! Вместе с нами сегодня фитнес-клуб «Люби фитнес». Аплодисменты. Спасибо, спасибо. Ну и наше жюри. Дорогие друзья, у нас сегодня есть три члены жюри детского центра «Люби фитнес», представительница Анна вместе с нами в жюри. Сегодняшние соревнования были устроены с культурным центром поселка совхоза имени Ленина. И, дорогие друзья, директор Сергей Подобкин, директор культурного центра. Ну и, конечно же, эту площадку нам замечательно представили ЗАО «Совхоз имени Ленина» и представитель ЗАО «Совхоз имени Ленина», я бы даже сказал, председатель нашего жюри, председатель профсоюзного комитета поселка совхоза имени Ленина Зина Наталья Павловна. И я уже вижу, какие же вы все мастера. Что самое главное в нашей сегодняшней встрече? Это привить любовь. Привить любовь к спорту, к физкультуре, к разным соревнованиям. И вообще, чтобы наша дружба продолжалась всегда. Итак, мы не будем задерживать вас. Мы начинаем. Да здравствует спортивная семья, любая. И пусть победит сегодня сильнейший. Мы, я думаю, что начнем, конечно же, с презентации нашей команды. Это было ваше первое домашнее задание. Наша команда называется «Молния». Наш девиз. Мы как молния сверкнем, победим, призы возьмем. Наша команда называется «Медальки». Наш девиз. Мы медальки, да-да-да. Мы дойдем до финиша! Наша команда называется «Динамит», и наш девиз: мы команда классная, мы взрывоопасные. Кто сегодня победит? Ну, конечно, «Динамит». Наша команда называется «Кошельков и сын». Наш девиз: Кошельков, вы молодцы, хоккеисты, храбрецы. Любим наш совхоз родной, за него стоим горой. Победим в любом бою, мы всегда в одном строю. Супер. Мне кажется, что на этом можно заканчивать соревнования. Главные слова прозвучали. На флаг Российской Федерации звучит гимн России. Thank you.
дамы и господа, объявляем наше соревнование открытыми. Давайте немножко повеселимся. Ох, отлично, супер. Ну, когда за руки взялись, я уже подумал, сейчас пойдут на четверной прыжок. Да, почему бы и нет. Спасибо, музыка! Спасибо, спасибо! Мы предлагаем вам сделать такие веселые санки с помощью тюгов. Две команды у нас по очереди, мы будем на время все это делать, засекать время. У кого будет лучше, давайте отсюда туда. 3, 2, 1, даем старт и поехали! Есть, отлично. Но обращаю внимание жюри. Итак, готовы? Все понятно. Еще, наверное, одну загадочку. Начало и конец эстафеты. Старт и финиш! Это кто кричит там? Девчонки! Девчонки, голодные, не запрещили. Дайте нам шоколадку. Одной за старт, другой за финиш. Внимание! Сейчас у вас будет следующий этап. Медальки! Есть! Есть финиш! Так, ну что? Так, что там у нас? В нашей жюри засекать время на всю семью. Поехали! Важнейшая задача. Так, еще одна попыточка. Так, мимо. Не торопитесь. Чего не умеешь? Встал вот и раз-раз покидал. А я вообще удивилась, что я попала. Не торопись, не торопись. 42-34, да? Я понял. 42-34. 42-34 плюс 37-78. 37-78. 54. Плюс 60-25. Наши замечательные спортивные семьи! Красиво все ставим. Ну что, мы готовы и начинаем. И мы с удовольствием начинаем рукоплескать команде, которая заняла третье место в спортивных соревнованиях. Мама, папа, я, конькобежная семья. И, дамы и господа, команда «Динамит»! Туда, на награждение. Внимание!
Команда «Динамит». Давайте, вот вы вставайте, камеру пресса с той стороны, поэтому вам нужно вот лицом туда встать. Получает, ну, во-первых, диплом. Диплом, где так и написано, ну, синей ручкой по белому, команда «Динамит» занимает третье место. Далее, мы, друзья, это финальное, это будет финальное. Мы вручаем от зала «Совхоз имени Ленина» немного вкусняшек вам. Настоящий сок, сделанный на заводе «Совхоз имени Ленина», без каких-либо консервантов, все полезное, ну и... Можно сказать, свежие, абсолютно свежие. Сегодня утром собирали эти яблоки из деревьев, которые находятся вот здесь у нас в лесу. Специально для вас отбирали. В общем, это вам спортивный урожай. Но это еще не все. Это от поселка, это от зала «Совхоза Ленина». Далее, вместе с нами сегодня наш великолепный фитнес-клуб «Люби фитнес». Отдельно спасибо девчонкам, что они помогли нам сегодня провести эти соревнования. И вы получаете сертификат на всю семью. И вы можете один день взять, забыть обо всем, прийти в «Люби фитнес» и наслаждаться там в полном составе. Так, ну и главный приз за третье место. Ну, как говорится, если что-то занял, это же нужно отбыть, правильно? Да? Вот. В общем, мы вас предлагаем вам сразу, можно прямо сегодня пойти согреться в замечательное кафе «Садко», которое здесь рядом с вами находится. У вас есть сертификат, я думаю, что мы можем даже озвучить, на какую сумму. Да, третье место, у вас есть 4000 рублей, которые вы можете смело проесть и пропить в кафе «Садко». Мы хотим поблагодарить судей, участников, организаторов этого мероприятия. Спасибо большое за чудесный день, чудесное время. И у нашего папы сегодня день рождения. И мы подарили ему такой подарок. Мы тебя любим, мама. Днем рождения! Идем далее. Мы и в восторге. Команда, день, которая сегодня заняла... Спасибо всем. Можно так сказать, почетное второе место, потому что чуть-чуть им буквально не хватило. Команда, занявшая второе место в спортивных соревнованиях. Мама, папа, я. Спортивная, конькобежная семья. Команда, в которой на первых ролях в названии... Папа и сын, но на самом деле мама тоже вложила немалую часть в это второе место. Кошельков и сын! Вот за усакусами Ленина будете есть полезные яблочки, пить полезный сок. Я поставлю сертификат от «Люби фитнес» на всю семью. И сертификат в кафе «Садко», сумма уже увеличивается. 6000 ваших рублей, которые вы можете потратить в этом замечательном кафе. Сделали это можно уже практически сегодня. Так, ну и аплодисменты. Отличный праздник, спортивный, мы так рады. Ну, в общем, команда, которая занимает первое место. Первое место в наших сегодняшних соревнованиях. Спасибо всем организаторам, спасибо всем, кто за нас болел. Спасибо, ура. И первое соревнование в их копилке. Я уж не помню, что они в прошлом году занимали. Но сейчас вы тут скажете нам потом. Итак, внимание, команда «Молния» в лидерах сегодняшних соревнований. Сколько это?
весь день можно подать медали. Жюри посовещалось и победители номинации «Лучшая эмблема». Я уж не знаю, можно ли восстановить мне потом одежду, которую они испортили, готовя свою эмблему. Но я думаю, что это стоит того. Команда «Динамит»! Выходи на экран! Мы оценили вашу домашнюю подготовку. Внимание! Смотрим, вот это, лучшая эмблема наших соревнований, и за лучшую эмблему мы вам вручаем вот такой замечательный квад! Спасибо! Мы очень любим совхоз и спорт. Расположимся. Все наши команды. У нас команда с кубками, с наградами. Все занимаются спортом, поэтому результат. Наше жюри сам тоже говорит. Спасибо за просмотр этого видео. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Не забывайте поддерживать этот канал, ставить лайки, оставлять комментарии, делать репосты и финансовые перечисления. Это нам позволит и дальше работать для вас и делать новые интересные репортажи. До встречи!